Школа номер 13 имени Владимира Джанибекова в микрорайоне Бахчеванджи готова к чистовой отделке. Рабочие начали укладывать плитку в санузлах, подготовили полы для наливного покрытия. Скоро приступят к монтажу подвесных потолков типа «Армстронг». Такие плитки отличаются малым весом и относятся к одним из наиболее легких конструкций. В здании заменили откосы и подоконники, а также установили новые окна. На крыше уже приступили к изоляционным работам. Фасад практически полностью обновили. Его украсила современная фасадная плитка с яркими акцентами. В нашем округе уже несколько лет добрая традиция остается при строительстве новых соцобъектов, при капитальном ремонте, совместное творчество, скажем так, при выборе цветовой гаммы, при выборе интерьерных решений. Конечно, мы прислушиваемся к мнению строителей, но есть вопросы, где родители с нашими учениками помогают в выборе нам цветов, интерьера. Готовность школы в микрорайоне Бахчеванджи 60%. Капремонт идет по графику. Сейчас на объекте работают 125 человек. Ход капитального ремонта контролируют и сами учащиеся. Мы общаемся с советом старшеклассников. У нас потрясающий совет при главе городского округа Щелкова Андрея Алексеевича Булгакова. И ребята рассказывают, контролируют со своей стороны ход ремонтных работ и очень-очень ждут обновленный корпус. После ремонта классы будут оснащены современным оборудованием и мебелью. Обновленная школа откроет свои двери для учеников уже 1 сентября. Всего в этом году капитально отремонтируют две школы, детский сад и плавательный центр «Нептун». Евгения Корытько, Щелковское телевидение.